В округе работают стратегически важные предприятия. Люберецкий завод «Монтаж Автоматика» выпускает современную высоковольтную продукцию для ключевых отраслей страны. Предприятие с почти 90-летней историей и богатым опытом посетил глава округа Владимир Ужицкий. Эти трансформаторы работают почти на всех электропоездах страны. С помощью устройств, сделанных на этом заводе, проверяют перед вылетом самолеты в российских аэропортах. 8 лет назад на заводе началась модернизация. «Монтаж Автоматика» сегодня – это новые цеха и уникальная продукция. То есть мы сами их конструируем, сами их и проводим весь полный цикл действий, вплоть до испытания. И поставляем заказчику своему. И уникальность того, что это современное оборудование, станки у нас новые, оборудование все новое. Экономическая реальность диктует новые правила, уровень закупок снижается. Однако наличие крупных отраслевых клиентов, накопленный опыт и компетенция сотрудников позволяют заводу работать и развиваться. Для любого предприятия самое главное – это рынок, рынок сбыта. Ну, этим надо заниматься. Здесь есть понимание, что этим надо заниматься. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие годы здесь предприятие получит такое очень мощное, динамичное развитие. На заводе трудится около 200 сотрудников. Средняя зарплата – 76 тысяч рублей в месяц. Но специалистов не хватает. Для решения кадрового вопроса «Монтаж Автоматика» активно сотрудничает с профтехучилищами и администрацией округа. Актуальный список вакансий можно посмотреть на сайте предприятия. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.